Ну что, вы готовы, ребят? Я просто не знаю, что будет. Раз, два, три. Вау! Что? Этот амулет позволил мне превратиться в маму длинные ноги? За 30 минут до этого. Да ты достал, Леня, да хватит! Нет, это ты виноват! Нет, это ты виноват, я тебе все доказал уже! Нет, это я тебе доказал, ты виноват! Понял? Все, давай иди в свою комнату, зараза ты такая! Комната Лени. Уйди отсюда! Я не хочу тебя видеть! Ладно, уйду, понял, вот уйду и все. Зараза такая, все нервы вымотал. Что ж поделать-то, может приготовить что-нибудь? Ну и все, я буду сидеть в своей шикарной просторной комнате, где... Где? Окна заколочены. И кровать одна. У меня капец страшная комната. Ну да, вряд ли у меня получится пожарить этот пончик. Ой, кого это принесло? Ха, я вроде гостей не ждал. Не понял, что? Тут карта лежит. Эй, тут есть кто-нибудь, нет? Алло. Странно. Кто мне мог принести эту карту? Что на ней нарисовано? Ну-ка посмотрим. Ого! Что? Чего? Что это за красное место, на котором еще и нарисован крестик? Ладно, кажется... Че ты подглядываешь там, иди! Так, значит, Нупкина позову сейчас. Да-да-да-да-да-да-да. Сейчас мы позвоним своему другу Нупкину, да, и пойду вот с Нупкиным на этот крестик. Сейчас-ка я ему позвоню, секундочку. А? Вот так вот. Давай, бери трубку скорее. О, Нупкин, привет, слушай, приходи ко мне, пожалуйста, очень нужно. Ну все, Владус, здорово, я в деть. Ты что, совсем? Ты давай закапывай тут все, совсем что ли, ты что? А ты что такой нарядненький? А, ну мы пойдем куда-то? Конечно пойдем. Нупкин, у меня сейчас такое здесь я нашел, вообще ты не представляешь. Карта, на которой нарисован какой-то странный непонятный данж. Пойдем за ним. Владус! Владус! Да что тебе надо, Нупкин? Давай скорее, говори, пойдем. Я тебе сейчас такое расскажу. Только по секрету. О, не-не-не-не-не, Нупкин, давай сначала ребята лайк поставят, тогда рассказывай. Иначе секрета не будет. А, сейчас. Ага, понял. Вот это поворот. Так, ребят, ну я вам этот секрет расскажу только за 10 тысяч лайков. Прямо сейчас нужно поставить лайк. Нупкин, давай за мной. Коровки, с вами все нормально? 9. Что 9? 9 тысяч лайков. Так кого 9? 10? Нет, Нупкин, 10 тысяч, только тогда я расскажу секрет. Давай за мной. Нам нужно скорее бежать на этот данж. Ладно, все. Ни мне, ни тебе. 9-10 тысяч лайков. Ты что, совсем? Это миллион лайков. Нет. Миллион лайков вряд ли получится. 10 минут спустя. Ну, кажется, это оно. Выглядит устрашающе. Слушай, Нупкин. А ты куда? Стоп, это же ванна. Окей. Давайте просто вопросов задавать не будем. Пока, бро. Меня мама не звала никуда. Я просто свалил. Мне страшно. Окей, окей, обычно его мама кушать зовет или еще что-нибудь. Придется мне заходить сюда одному. Ребят, так не хочется, если честно. Но так как вы поставили кучу-кучу лайков на этот ролик, ну 100% мне придется сюда заглянуть. Ё-моё, как же тут темно-то. Хорошо, что у меня факелы с собой есть. Давайте, сейчас мы спустимся. Стоп, что? Почему сундук тут один? И почему? Что это было только что? Ладно, неважно, странный данж. А это еще что такое? Блок Валентина. Ха, допустим, давайте мы соберем все эти блоки. Но они какие-то странные, с розовым сердечком. Ребят, я что-то не понял прикола. Зачем нужен этот блок? Ладно, давайте вскопаем. Заберем зажигалку, и тут, кажется, лежит книжечка. Нам нужно прочесть, что там. Эй, пс. О, алкашня, ты что тут делаешь? Алкаш... Твои дети, да? Есть пещарик. Алкоголь, фу. Да какой пещарик? Я тебе сейчас по лбу дам, понял? Иди давай отсюда. А, ладно, ладно, все, ухожу. Давай, шуруй уже. Так, что в книге-то? Построив этот портал и зайдя в него, можно раз и навсегда разбогатеть. Но цена велика. 23. Что 23, алкашня? Иди отсюда. 22 плюс 1 равно 23. Да ладно. Ты меня не понял, что ли? Меч.
Ну, так-то лучше. Совсем уже оборзели. Ладно, пора возвращаться домой по карте. 20 минут спустя. Фух, наконец-то добежал. Ну, знаете ли, я, кажется, в курсе, как делать портал. И я это сейчас спокойно сделаю. Очень странный блок, ребята. Очень странный. Интересно, что же за портал получится. Лайк, если тоже интересно. Кажется, кое-кому тоже сейчас интересно. Зараза такая, обиделся на меня и следит. Ну-ка, я вижу тебя. Видишь мой глаз? Что-то Владус делает такого интересного. Так хочется тоже туда с ним какой-то портал строить странный. А я тут сижу в тюрьме. Осталось его только поджечь. Ну что же, и раз. Что? Получилось. Обалдеть, этот портал сработал. А почему он, интересно, желтый? И что значит эти сердечки? Офигеть! Ой, ты зараза такая, ты что подсматриваешь? А мне пофиг. Ага, конечно, пофиг, вижу, как тебе пофиг. Так, давайте мы туда телепортнемся. Да, я сейчас телепортнусь туда один. Раз, два, три. Что происходит? Нет, что, в смысле? Он собрался в портал. Что он исчез? Как так-то? Что мне теперь делать? Как мне отсюда выбраться вообще? Зря я поссорился с Владусом. Воу! Что? Где я оказался? Что это за средневековье такое? Погодите-ка. А, я понял. Это дом, в котором будет экскурсия. Нет? Зачем здесь столько оружия? Ребята, мне страшно. Сейчас я вообще не понимаю, в чем прикол. Что делать-то? Погодите, это же ребус. А, стоп! Ребусы мы с вами угадываем очень-очень хорошо. Давайте так. Вы прямо сейчас напишите слово в комментариях, которое здесь загадано. Я просто не понимаю, отгадать этот ребус не могу. Кто самый умный, кто самый логичный подписчик, тот догадается и напишет ответ в комменты. О, а здесь что еще такое? Гладиаторы. Первый. Мама длинные ноги. Что? В смысле мама длинные ноги? Это еще что за фигня? Погодите, какие гладиаторы? Килли-Вилли, Хаги-Ваги, Киси-Миси и Страж Плейтайм? Это вообще кто? Да подожди ты! Император жаждет битвы. Что? Какой следящий? Что это он говорит вообще? Открыть врата в казарму! Какую казарму еще? Какие врата? Что? Что происходит? Эй, чуваки! Что? Смотрящий! Ты че? Ты какой-то этот, ну, я думал, ты выглядишь по-другому. Ладно, это не важно. Тебе пора на битву. У тебя осталось 5 минут до выхода. Собирайся, бери оружие. Что? Какое оружие? Стоп. Какую битву? Стоп! Какую еще битву? Погодите! Ладно, не важно. Погоди, зачем мне оружие? У меня живот есть, смотри, а? Что это? Это ствол. Это не ствол! Это фиговая скалка! Вы из передачи «Веселый пекарь»? Вам она для чего? Все, ладно, на, забирай тогда, я сейчас возьму другую оружку. Так, я думаю, что вот это мне подойдет. О, железный нагрудник какой огромный, а! Так, железный боевой топор, шлемак тоже я собираюсь. У тебя минута! Ладно, я тороплюсь, меч заберу, да я все здесь как бы могу забрать. Солдат, иди за мной! Да в смысле солдат, я не хочу биться, вы на меня посмотрите, какой солдат, это что вообще? Ты в списке на 6-м месте. А, ладно, окей. Победишь стража, займешь его место. И так выше, и выше, и выше. А если не займешь, то умрешь. Ну ничего страшного. Ладно, ты какой-то странный следящий. Жди тут. Хорошо, обалдеть. Погодите, мы что, на настоящей арене гладиаторов? Что здесь вообще происходит? Зачем я пошел в этот портал? Эй, ты что, дверь-то закрыл? О нет, ребята, дела плохи, очень плохи. Кажется, мне сейчас придется биться. О, нет, кажется, ворота уже открываются. Это что значит, сейчас намечается битва? Мне это не нравится, ребята, мне это не нравится. Кто же против сейчас меня будет драться? Эй, здрасте. Ё-моё, как здесь страшно. И выглядит пустовато. Стоп. Привет. Давно не виделись. О, нет.
Ты серьезно? Я должен драться против нее? Господи, ребят, мне нужно сваливать. Срочно, наверное, бежать обратно. От меня не убежать. О, она уже близко. Эй, ворота. Не-не-не-не, откройте ворота. Ладно, у меня есть топор. Иди сюда, зараза, ты такая. Я сейчас тебе как дам. 5 минут спустя. Не, я уже устал, если честно. Так ты подохнешь, нет, когда-нибудь уже. Ой. Что? Мама длинные ноги был убит Владусом. Ха-ха, я победил! То есть я, получается, гладиатор? В принципе, логично. Ну, по мне так и не скажешь. Но это не важно. Смотрите, с нее выпал какой-то амулет. Погодите-ка, а что если... Амулет плейтайм. Поздравляю, ты выиграл. Этот амулет волшебный. Аккуратней с ним. Хорошо, ладно. А можно мне домой как-нибудь? Конечно, можно. Сейчас я тебя отправлю. Закрой глаза. Закрыл. А чё? Чё, куда отправишь-то? А? Стоп! Что происходит? Повезло. Вроде бы выжил, все нормально. Что это за амулет такой? Я понятия не имею. У меня есть свой амулет, но я могу его выкинуть, например. И попробовать надеть этот амулет Playtime. Ну что, вы готовы, ребят? Я просто не знаю, что будет. Раз, два, три, бум! Что? Этот амулет позволил мне превратиться в маму длинные ноги? Обалдеть, это же шикарно! Ну все. А из-за того, что Ленчик на меня обиделся, я его сейчас очень серьезно напугаю. Ха-ха-ха. Тоже, давайте-ка мы подберемся к дому. Я думаю, это будет шикарно. Это еще здесь что такое? Не понял. Тут пропал мой лучший друг Владус Мармеладус. Я выполню его последнюю просьбу, так как я его лучший и верный друг. И что это здесь за просьба такая? У меня не было такой... Стоп. Он что, мне могилу сделал такой? Он что, с ума сошел? Дебил шоколадный, вот реально. Завещание, если я вдруг пропаду. Эй, я не писал такого завещания. Завещание от Владус 009. Если я вдруг пропаду в каком-то портале рядом с домом, и если Леня будет смотреть на меня со второго этажа. Что за бред? Леня все опять подстроил? Ну что это, а? Заверяю, что если я вдруг случайно исчезну, а с ошибками-то он почему пишет, что за слово исчезну? Так вот, если я исчезну, то Леня Майнкрафтер получит все, что у меня есть, плюс 2 миллиона долларов. А, что? Поздравляем! Ну все, Ленечки, хана! Я его сейчас так затроллю! Мало ему не покажется. Давайте мы позвоним сейчас ему в дверь. Это будет не так страшно, но если ему позвонит мама длинные ноги, то это уже будет пострашнее. Чё, никого нету, да, Лёня? Думал, Владус вернулся. Но нет. Ребята, мы просто прячемся. Это будет просто шикарно. Звоним в дверь и открываем ему двери. Лёня выходит. Да кто звонит? Кто здесь? Да никого нету, Лёнь, ты же видишь, никого нету, все нормально. А мы, ребята, быстренько сейчас проберемся в дом через это стекло, пока он там сам себе зачем-то звонит в дверь. Быстро пробежаемся в дом и на второй этаж. Бегом. Сейчас мы будем ждать его в комнате Лёни. Как он напугается, просто готовьтесь. А если я сейчас сделаю вот так... По-моему, это шикарно. Все, я пойду в свою комнату лучше отдыхать. Надо, наверное, немножко поспать. О, привет! Ребята, если вы хотите, чтобы я снял следующую серию с этим троллингом, как я превращусь в маму длинные ноги, то поставьте лайк прямо сейчас и подпишитесь на канал. Вот здесь кнопка подписаться. Это будет просто легендарно. Ленчика мы немножко вырубили. Ну чё, немножечко испугался парень. Если вы хотите, чтобы он испугался еще больше, то подпишитесь и посмотрите пока что другие видео на моем канале. А мы увидимся в следующем ролике. Пока!